Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. Вот и прошел очередной день невероятного количества подписок от вас. Спасибо огромное. Уже практически 18 400 подписчиков. Это невероятно. С такими темпами цифру 19 000 подписчиков мы пробьем очень быстро. Спасибо от души. Ну а в этом видео хочу с вами поговорить про акцию «Арсенал танкиста. Игровое событие. Общее дело». Чтобы принять участие в «Арсенале танкиста», это боевые задачи, приуроченные к 23 февраля, нужно зайти на сайт в специальной теме «Арсенал танкиста», нажать кнопку «Получить задачи». Это можно сделать уже сейчас. А задачи будут активны с 20 февраля по 26 февраля. Эти задачи несложные, они направлены на набивание урона. Точно так же, как и событие «Общее дело», где тоже нужно будет набивать урон. «Общее дело» тоже у нас с 20 февраля по 5 марта. В игровом событии «Общее дело» тоже с 20 по 26 февраля нужно набивать урон. И в «Арсенале танкиста» тоже с 20 по 26. Все очень удобно. В одно и то же время началось, в одно и то же время закончилось. Но если «Арсенал танкиста» 26 февраля и заканчивается, то «Общее дело» с 27 февраля по 5 марта еще продолжается фаза скидок. В фазу урона мы просто набиваем урон с 20 по 26, а в фазе скидок с 27 по 5 марта мы пользуемся ими и набираем все, что нам нужно. В «Арсенале танкиста» там мелкие задачки, такие похожие на ежедневные, поначалу идут. И наградки, в принципе, такие же. Один день према, там, x2 опыт экипажа, пару личных резервиков каких-то. Но вот, начиная уже с 4 и 5 задачи, там нужно набить уже 40 000 урона за любое количество боев и 75 000 урона за любое количество боев. Там уже нам дают и декальки, несколько доп. Пайков, резервик серебру 1, x5 опыта 3 раза, ну и 2D стиль «Арсенал танкиста». В принципе, такие вот неплохие задачки, главное, не забудьте зайти на сайт и нажать кнопочку. А вот и в игровом событии «Общее дело» нам всем вместе придется зарабатывать скидки. Там будет 5 этапов. Чем больше этапов мы пройдем, тем больше скидок мы получим. На первом этапе нужно 20 миллиардов урона сделать, потом снова все, видимо, сбрасывается, и на втором этапе нам надо снова 25 миллиардов, потом на третьем 30, 35 и на пятом этапе 40 миллиардов урона. Это нам всем вместе, все, кто в рандоме играют, все будут учитываться, кто набивает какой-то там урон. И потом, в зависимости от того, сколько этапов мы прошли, такие скидки мы получим. Мне больше всего понравились скидки на четвертом и на пятом этапе, но это нужно пройти прям практически все. На первом этапе скидки не очень-то интересные, 50% койки в казарме, слоты в ангаре, это не особо интересно. На втором этапе добавляются еще скидки на кастомизацию за золото, это тоже не особо интересно. На третьем этапе скидки 50% на сброс навыков и умений экипажа, x5 опыта за первую победу в день. Уже что-то похожее на правду. И вот с четвертого этапа скидка 50% на смену специальности экипажа, скидка 50% на снаряжение. Вот это реально интересно. Накупить кучу ремок, аптечек, доп. Пайков для того, чтобы сэкономить огромную кучу серебра. Вот это реально интересно. Также скидки 50% на предбоевые инструкции для экипажа и к оборудованию. Специальный курс перевода опыта в свободный 1 к 40. Тоже неплохая затея, если у вас куча лишней голды и куча нераспределенного опыта. Ну и на пятом этапе 50% на обучение и переобучение экипажа, 50% на штатное оборудование за кредиты, специальный курс перевода свободного опыта в опыт экипажа 1 к 20, и дальше идет скидка на прокачиваемую технику. На технику 5 уровня 50% скидка, с 6 по 7 уровень 30%, и с 8 по 10 15% скидка. И это неплохо, если мы хотим что-то покупать, сможем сэкономить. В принципе, скидки и акция на получение 2D стиля, все вместе. Для тех, кто играет много, набивает какие-то урончики, это прикольно. Есть очень неплохие такие скидки, именно на то, что нужно тем, кто располагает большими ресурсами. И даже для меня, на аккаунте, где, казалось бы, все есть, эти акции очень интересные, особенно скидки. Можете написать в комментариях, какие скидки для вас самые интересные. Может быть, на маленьких аккаунтах совсем другое интересно.
Но вот что мне не особо нравится, это то, что для тех людей, которые много или постоянно играют, для них особо ничего не изменится, ведь надо просто набивать урон, и если мы всегда играем, то нам особо ничего менять не надо, это событие само по себе проходит, и все. Вот я зашел на сайт, зашел в новость «Арсенал танкиста», нажал кнопку «Получить задачи», и по сути все. В игровом событии общее дело ничего делать не надо. Я как играл в ГК, так и буду играть в ГК. Урон будет набиваться, скидка будет фармиться. То есть какого-то ажиотажа или вау-эффекта у меня нет вообще. Типа, оно есть и есть, мне для этого особо ничего делать не надо. Какое-то безразличие у меня. Хочется скидку, но интереса это событие не вызывает. В плане того, что мне что-то надо делать, как-то взаимодействовать с этим. Хотя, казалось бы, мне так кажется, подразумевалось, что оно должно нас сплотить там или вызвать какие-то эмоции, ощущения. Но мне кажется, что будет полный игнор. И те, кто играл, так и будут играть. Кто мало играл, будет мало играть. А вот скидками будут пользоваться все. Мне кажется, что этому общему делу не хватает наград для тех, кто сделал больше вклад. Нужны какие-то подзадачки персональные, для того, чтобы больше вовлечь и вызвать больше интереса. А так это будет какая-то полоска, которая кем-то там набивается, и можно просто на нее со стороны смотреть, а потом в конце все воспользуются скидкой. Но нету чего-то своего, какая-то своя полосочка, свои какие-то задачки, которые ты такой, вот это именно я вложил вклад в общее дело, вот это мой вклад. Вот этот свой вклад я сделал, дайте мне что-то за это, и какие-то ощущения, какое-то вовлечение в это все дело у меня будет. А так оно как-то бездушное получилось, неинтересное. Это то, что мне в этом событии не понравилось. Оно еще не началось, а уже что-то мне в нем не нравится. Можете написать в комментариях, прав я или нет, но мне кажется, могло это событие быть намного интереснее, вызвать больше интереса и ажиотаж. Но скидки на самом деле прикольные, награды ок. На этом у меня все. С вами был Варчик. Играйте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Играйте красиво.